Молитва мытаря о прощении наших прегрешений. Мытарь – это сборщик подати в Палестине. Грешник, язычник и мытарь были синонимами у евреев того времени. Поэтому молитва мытаря – это молитва грешника, который покаялся и получил прощение. Вот как описано это в Евангелии. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится».